Все, давайте молиться, видно. Сегодня воскресный день. У нас молитва без чтения псалтыри, утренних молитв. Короче, потому что идем в храм, такой у нас порядок. К нам кто в другой там комнате есть, от Надежды Васильевны в этот день не приходит, воскресный день. Ну, порядок другой, это воскресный день. Так, чтобы знали это. И даже начала утреннего нету. Просто дневные молитвы как бы прочитаем. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись овны, очистины от всяких скверны, спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песню пеем Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигу меня си, Господи, умы, просвети сердце, снимай отверзи, во еже петите, святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и ко его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия. Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался на мне ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычный, в нечаянии лежащего воздвигом я еси, воеже утренне, славословите и державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою. И петь у Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Благодарим Тебя, милостливый Создатель, за все Твои щедроты, которым нет числа. Аллилуйя!
Слава Вышних Богу, и на земле мир человека благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, что открылся нам в Сыне Твоем. Слава Тебе за Голгофскую святыню жертву, за страдания Твои, за пролитую пречистую кровь на Голгофском кресте. Аллилуйя! Благодарю за избрание, которое совершил над нами, призвал, благословил. Исполни нас радости спасения Твоего. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь прошедшую. Сколько лет Ты хранил душу мою, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому даруй жилье, Сергею Гавриилу, дабы никогда и никому не завидовать. Благодаря Тебя за все, что Ты даровал нам. Аллилуйя! Святитель Христов Николай, мир ликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Святые пророки, Илия, Иисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей. Молите Бога о нас, да исполнит Господь церковь свою духом пророческим, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Ты, Бог Авраама, Исаака и Иакова, по молитвам всех святых пророков, помилуй нас, Христе Боже! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Роман, ибо мы усердно вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Услыши молитву нашу, Господи, спаси и помилуй. Митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнорея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Засима, Липи, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно Тебе, милосердный Создатель, любящий пастырь. Аллилуйя, мы овцы Твои, услыши наше воздыхание и ответь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воззри на угрозы врагов, на все, что делают они,
и запрети им, и закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумия, и примири их с нами, дай им страх Твой святой. Господи, благослови благодетелей наших, воздай им добром, обрати их всех на путь истинный служения Тебе. Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, аллилуйя. Посети болящих, коснись их, и даруй им исцеление, как угодно Тебе. Благослови Сергея, Алексея, Александру, Анну, Анну, Иоакима, Виктора, Фаину, Марию, Валентину, Янилу. Ты знаешь каждого, Господи. Научи нас благодарить Тебя за здоровье и за болезни, за радости и печали. Ибо в свое время все окажется полезным для нашего спасения. Аллилуйя! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Не дай им погибнуть в этом злом пороке. Путешествующих Раису, Льва, отступников Николая, Михаила, ты всех знаешь. Найди, обрати. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца, в оправдании своего греха. Аллилуйя! Это наше сокровище, сайт и форум. Все сохрани для пользы многих людей, о милосердный Создатель. Благослови трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу. И Тимофея, Мартина, обрати. Самиру, Герман, Александра, найди. Даруй добрую веру им. Аллилуйя. И наше родство все найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Жалься над наследием Твоим, Владыка. Благодарю Тебя, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, не быть бесплодными. Помоги нам обнаружить все наши таланты, дарованные Тобой, и размножить их. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Слава Тебе, Боже наш, что жизнь нашу продлил, разум сохранил. Дай нам желание трудиться с радостью, благословляя Твое святое имя. И правителей благослови, найди и обрати. Дай им страх Твой святой, дабы знали они, что над ними Ты есть Царь, Царей и Господь господствующих. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Евдокия, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это доброе бремя и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, глядущим на всю землю. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Да будет, Господи, между нами всегда мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. И даруй нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский, Устинь, Философ, Косма и Дамиан, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анфирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертания звери, и даруй веру и страх Божий Анфиму, Вениамину, и устраши родителей за такое ложное воспитание. И жесткосердие удали от них. Аллилуйя.
Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И просим всякое согрешение, вольное и невольное, новопредставленным Олимпиаде Агапе Иоанну. И сотворим вечную память, вечный покой. Молите Бога нас, святые жены и девы, Фёкла, Первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июния, Киприан, Устина. Дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и исправь непокоривость Галины и семейства ее, Евгения, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Людмилы, Галины и Иоанна, и прими нашу молитву и воздыхание, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. То есть у нас в воскресенье такая молитва короче, а вечерние молитвы их больше, чем утренних. Но у нас сделано так, что вечерние молитвы вообще не считаются эти, а считается как дневная. Это три святое. И 100 поклонов, вот которые сейчас мы молились, кланялись где. Почему? Но вечерняя же длиннее. Я рассмотрел так и решили, что именно так. Уставшие и просто человек стоит. Время это мы жатим на другое. Вот утром у нас чтение Слова Божие. Вот от этого надо как-то... Не надо отключать, чтобы оно было? Не надо? По-моему, надо как-то сделать, прервать. Потому что нас он оттуда идет, куда вот сейчас мы... Вот сейчас, если у нас тут автозапись идет, а в это время, вот сейчас, мы будем запись делать. Так она же у них-то не прерывается, а мне этот ролик нужен. Как его сделать, чтобы их не убрать и прервать его? Так, давай тогда так, снова нужно будет прервать. И кто желает, пусть подойдет, а ты включись. Мы тут будем записывать события дня. Хорошо. Я думаю так. И если не получится, значит не получится. Что-то не ладится у меня с соединением. Давай. Так, отключи, да, заново включи. Я думаю так, ты отключись, а потом заново зайди. И тогда запись будет вторая.